Всем привет, друзья! С вами игра по заявкам. И я не знаю кто, я не знаю как. Я думаю, что мне при случае это расскажут. Но какой-то злодей сказал, что сегодня обязательно я обязательно должен играть в Commandos. Говорю честно, я не играл в него никогда. Я его вообще впервые вижу. Поэтому сейчас мы вместе с вами будем в нем разбираться. Рад всех видеть. Чат читаю. Поехали. Да, Беланси, привет. А, это ты этот злодей? Окей. 940 года. Закончена эвакуация армии союзников. Можно потише сделать колонки? На колонках, честно. Не в эфир? А, да. Портовое сооружение в Нарвике. Это было последнее, что они могли сделать перед тем, как эвакуироваться из Норвегии, оставляя ее под оккупацией нацистов. Если что, озвучивает, судя по всему, Влад Коп. 7 июня правительство Норвегии удалилось в изгнание. Мы когда-то писали его для игромании и для ЛКИ. Это стало началом черного периода. А где борода? Бороды не будет. Борода отбился. С исключением команды, разумеется. Благодаря суровому климату, затрудненным коммуникациям и изолированным друг от друга городам, Норвегия стала идеальным полигоном для отработки авиарежима. Чтобы нас не побеспокоили. Вот, в общем, изначально планировалось, что играть будет Толик, но Толик сказал, что у него очень много работы. Поэтому мы нашли самого ненужного сотрудника в компанию, у которой работы нету, и это оказался я. Так что поехали. Сейчас дослушаем вводную. Оставлю я Федора с какой-то женщиной, безусловно. Федора только с женщинами оставлять. Добро пожаловать в Норвегию, офицер. Буду кратко. Я хочу, чтобы ретрансляционная станция на этом небольшом островке была уничтожена. Так, у нас есть на входе 3 бойца. В том, что трое ваших бойцов высадились в разных точках. Зеленый берет, шофер и ныряльщик. Сперва выберите место встречи и соберите там отряд. Оттуда ныряльщик доставит всех на остров. Для этого захватите какую-нибудь лодку. Оказавшись на месте, найдите способ взорвать станцию. В этом вам могут пригодиться бочки с горючим. Зеленый берет умеет с ними обращаться. Это все. Ах да, и еще. Насколько мне известно, это будет ваша первая миссия на вражеской территории. Будьте осторожны, офицер. Это уже не учение. Поехали. Так, кто у нас есть? У нас есть... У нас есть зеленый берет, у нас есть ныряльщик. И у нас есть... Есть, сэр. Вот, вот это у нас ныряльщик. Судя по всему, я уже иду, сэр. Это значит, что он умеет удивительно нырять. Нет? Умеет, не умеет? Плохая шутка, сэр. Так, а как же он ныряет? Есть идеи, как он это делает? Да, сэр. Так, сейчас будем разбираться. Ну вот это зеленый берет, и это ныряльщик, и это... Так, во, у кого эта игра детства, давайте подсказывайте. Как заставить его нырять? Акваланг. А, понял. Отлично, у него... Сэр. Супер, спасибо. Я уже иду, и теперь он прекрасно плавает. Иду, он может высадиться вот Я на этом иду, бережке. Все, все, спасибо. Нажал акваланг. Акваланг сейчас можно отменить, правильно я понимаю? Верно, да. Сэр. Все, и это мы... А, сэр, помогите! Ага, во, его увидели, понятно. Так не получится. Поехали. Четвер...
Вводную мы уже помним. Супер. Так, ну нам начинают вот с этого товарища все-таки. Так что, может быть, обнаружен, ему стоит попробовать убить вот этих ребят. Для этого, наверное, ему надо куда-нибудь подойти. Да? Куда-нибудь вот сюда. А, нет, нет. Нет, нет, нет. Так. Жесткач. Подсказывайте мне. Норвегия. Февраль 1941. После отступления под Нарвиком в июне прошлого. Ага. Так. Справа вверху глаз, который позволяет видеть поле зрения противников, да? И как оно позволяет? Ну и где? Ничего. Угу. Так, допустим. Как нам их убить? Я думаю, что вот это у него автомат, который для этого более чем годен. Что скажете? Вот навестись я на них, например, не могу. Угу. А сюда я могу стрелять, туда не могу. Окей. Допустим, я вылезаю вот сюда. И вот почему я не могу их убить, а они меня могут убить? Так, подойди к машине сзади, советует мне товарищ Беланси. Окей. Подхожу к машине сзади, допустим. А, мне надо его выбрать, да. Сейчас я дождусь, пока они пройдут, и подойду к машине сзади. Вот они здесь тусят. Мы чуть-чуть их подождем, наверное. Вот они пошли назад. И, наверное, теперь я могу сюда... Да нет, никуда я не могу. Меня убивают. Так, это будет долго. 4-й. Добро пожаловать. Так. Дождемся, пока они дойдут сюда и вернутся назад. Попробуем спрятаться за машиной. Александр, над чем колдуете? Чуть меньше. Мне делают меньше света. У меня все плохо с тем, что я очень криворуко играю. Я никогда не играл в Командос, поэтому я чувствую сейчас себя... Так, вот кто кого увидел сейчас? Меня кто-то увидел? Нет, меня никто не увидел. Ну, здрасте, приплыли. Да, графика для тех времен более чем. Добро пожаловать. Так, если я пробую так пройти, то меня, я думаю, заметят мгновенно. Да, вот меня сразу заметили. Вот меня убили, начинаем сначала. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Напоминаю, это игра по заявкам. Что? Ты можешь на другого солдата. Чтобы что? Оттуда, возможно, будет эффективнее действовать. Вот я сюда, допустим, добегаю. Вот кто в меня сейчас стреляет? Так, глаз на патруль. Друзья, если что, я впервые играю в эту игру. Допустим, глаз на патруль. Во. Нам задонатил Алгоритмыч. Ох, спасибо, товарищ Алгоритмыч. Я надеюсь, это означает вашу поддержку. Мне в этом трудном деле. Само собой. Оки-токи. Допустим, я лягу и заползу сюда ползком. Да, готово, босс. Как мне их убить? Или мне не надо их убивать? Я-мига. Вот если я вот так сделаю, например. Может, мне не надо их убивать просто? Во, вот куда-нибудь сюда, например, уползти. Тихонечко. И здесь стоять, ждать. Я ж так могу? Могу. Меня так найдут? Нет. Так, дай-ка я сохранюсь. Так, почему он мне букву Е добавляет? На тебя. Так, где у нас второй? Второй у нас ныряльщик. И третий у нас... Под лесом. Вот он. Угу. Куда он может пройти? Сейчас будем смотреть. Иду. Сейчас буду. Я иду. Так. Рядом, Джесс. Иду. Я иду. Здесь у нас тоже патруль. Ладно. Ага, и мимо этого патруля нам тут не пройти. Сейчас. Тихо. Ладно. Так. Этот на месте. Вот этого надо вывести. Сейчас чисто для эксперимента смотрим, может ли он пройти сквозь лес. Нет, сквозь лес он ходить не может. Обнаружен донат. Значит, ему каким-то боком надо все-таки пробраться. Ну и как здесь пробраться? А, вот, зеленый берет может ножом тихо убивать врагов. Иду. Да, но это, конечно, не тихо. Это прям я сразу загружаюсь. Так. Давайте порассуждаем. Если я попробую даже, допустим, ножом убить какого-то из этих, второй меня точно пристрелит. Ладно. Я, наверное, могу забраться куда-нибудь вот сюда, причем ползком. И здесь, наверное, меня никто не увидит. Теперь я, наверное, могу повесить глазик вот на этого мужичка. Иду. Чтобы понимать, кого и как он видит. И давайте за ним понаблюдаем. Наверное, снять надо будет, подозреваю, что... Нет. Сейчас. Или да? Да ладно. То есть я его обполз, что ли? А, но я не обполз тех. Ладно, то есть его можно обойти. Окей.
Что, там еще донат прилетел? Да, на 200 рублей. Ух, там прилетел донат от кого? От Бэланси. Это человек, который обрек меня на... Не на вспоминание даже игры, да, а на освоение игры. Скольки летней давности? Сейчас будет. Спасибо тебе, Бэланси. Будет сделано. 98. Да, этой игре... 19 лет. Да, 19 лет. Ну, хоть не 20. Хоть что-то. Так, и глазик на мужичка. Значит, я теперь могу, по идее, этого товарища обойти. Сейчас буду. Вот так вот мимо него. Это, конечно, не выглядит особо логичным. Иду. Но, по идее, сейчас буду. Я могу вот куда-нибудь сюда вот так вот заползти. Да? И он, наверное, меня не заметит, правда? Нет, он меня заметил. Сейчас буду. Да, это я, наверное, даже не успею сделать. Так. 4 июня 1940 года. Закончена эвакуация армии союзников. А там сообщение-то какое? Союзники понесли тяжелые потери, как материальные, так и в живой силе. В тот же день британские и французские войска приступили к минированию. Нет, стоп, это я начал сначала. Пардон, пардон, пардон. Мне же надо загрузить. Установить игру. Вот эту. Так. Тем временем это задонатил Бэланси, да, на новую игру. На Blade of Darkness. Такая уже была. Он добавил. Так, и что у нас сейчас лидирует? Сандред Слей. Так, а откуда известно, что с Лешей Шуньковым вот этот вот Blade of Darkness? Хороший вопрос. Он должен был быть с Анатолием, но Анатолий никак не может, поэтому... То есть опять Анатолий опять подменяю я. Отличный план вообще. Вообще вот, помните про Бродобрея, да, который бреет всех, кто не бреется сам? То есть я буду, что получается, стримить за всех, кто не стримит сам? Нетушки. И это неправильно. Так, а вот здесь же пройти как-то можно будет? Или как вообще туда добираться-то? Тут лес. Тут мужичок шарится. Запросто. Глазик, значит, вешаем на этого парня. И смотрим, чего он видит. Здесь он видит решительно все. А вот здесь он не видит, кажется. Сейчас буду. Поэтому если мы... Заползаем вот сюда, вот сюда, 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 совсем сюда. То есть некоторая вероятность, что он меня не заметит вообще. Есть такая вероятность? Сейчас проверим. Вот, по крайней мере, когда он... Да ладно! Да, но это, конечно, не вариант. Я не выдержу такой процесс. Так. Но факт, что он меня там замечает. Ну, давайте за ним понаблюдаем в любом случае. И повесим на него глазочек. Что там нам пишут тем временем? Прежде чем посылать в бой, смотри карту, кто куда ходит, как ходит. Оттуда можно из пистолета стрелять. Ну, наверное, можно. Я вот думаю, что нам надо за ним пойти. Его прирезать. Вот что мне кажется. Вот сейчас дождаться, пока он пройдет.
И вот теперь иду. Пойти за ним. Он же к нам спиной, правильно? Вот можно пойти за ним. Ладно. Сейчас буду. Я иду. Иду. Ну, нож он, как я понимаю, не кидает. Окей, ладно. Восстанавливаем. Парень сверху может достать автомат и просто перестрелять этих твоих ребят. И как? Просто вот нажимаешь на автомат. Ну, вот это не происходит. Типа вот такое. И это не происходит, еще раз, факт. Это не, он этого не делает. И это проверено. Чего в снег закопаться? Здесь можно закопаться в снег? Будет сделано. Сейчас буду. Я иду. Вот здесь вот мы пока. Так, а, иду. Двойным кликом он бегает. Запросто. Так, ну здесь залегать не надо даже. Глазик. Вешаем. Ладно. Глазик вешаем. Вот сейчас. Интерфейсы, конечно, в те времена были сильно послабее. Так, мы идем ему на перерез. И здесь, допустим, мы пробуем его просто застрелить. Ладно. Но это не получается. Так, сейчас попробуем еще варианты. А, в инвентаре есть кирка. Супер. Ей можно закопаться в землю. Ладно. Вот это уже похоже на правду, потому что, видите, вот здесь вот сейчас, когда этот товарищ пройдет, от него останутся следы. Они, я думаю, здесь не просто так. Они за тем, чтобы было видно, докуда он доходит. Теперь где кирка у нас в инвентаре? Вот она. Иду. Предоставьте это мне. Во, и вот он закопался. И теперь, наверное, можно будет выкопаться в нужный момент. Ну, и как выкопаться? Как выкопаться теперь? Или он теперь навсегда здесь закопан, он себя похоронил? Что происходит? Запросто. Ну, а вот это он сейчас как сделал? Он так, сделал. Вот он закопался. Предоставьте это мне. Правой кнопкой, я понял. Так, что происходит сейчас? Так. Допустим, это уже похоже на план. Да, вот я и думаю закопаться в снег, просто я пока воюю с интерфейсом. Вот, вот здесь вот надо будет закопаться в снег. Но перед этим спрятаться вот тут. Ох, чую, долго мы будем это проходить. Да, Лёша, игра дается пока весьма тяжело. Лёша очень давно не играл в древние игры. Хотя, казалось бы. А тем более, как бы я никогда в жизни не играл в Commandos. Я играл в первый XCOM, например. Друзья, донатьте на первый XCOM. Намек. Вот первый XCOM, он же UFO Enemy Unknown. Я его проходил на суперхьюмане, не вставая из-за компа. То есть вот это была идея, не делать сейвов и не вставать из-за компа. И это было. Another World, пожалуйста. Так, теперь... Предоставьте это мне.
Ну, то есть тут надо быстрее вот это делать. Здоровье я потерял уже половину. Наверное, дайте-ка я сохраню ее на случай, если это чисто моя сейчас удача. На вторую ячейку. А теперь попробую загрузить первую и попробую его чисто убить. Его же, наверное, можно там убить чисто? Что думаете? Пишите в комментарии. Можно ли это сделать? А, вот нож можно кидать ныряльщиком. Этот товарищ нож не кидает. Вот в это верю. Будет. Так, здесь ждем. Ждем, пока он проходит. Я не мог подбежать еще раз. Когда ты бежишь, ты привлекаешь внимание звуками. Это там уже обсудили. Так. Восстанавливаем. Берем. Ну ничего, я освоюсь. Что думаете, я не пройду? Когда-нибудь пройду. Так, а как работает радио? Что значит поставить радио? Привлекает внимание, я думаю, звуками так-то. Ладно. Вот, вот сейчас сюда бежим. Сейчас буду. Предоставьте это мне. А здесь закапываемся. Запросто. Допустим. Сейчас посмотрим, как это работает. Как работает радио? Сейчас мы выясним. Будет сделано. Я иду. Да зараза, ну вот почему здесь выбор? И бег — это одна и та же левая кнопка мыши. Какого дьявола? Обнаружен донат. Да здрасте, Беланси, хватит. На что? Чтобы пели Сингстар. Товарищ Беланси, вы смерти нашей хотите? Вы же понимаете, тут есть какой прикол. Когда вы донатите на что-нибудь, типа, а давайте редакция будет петь, то потом вы приходите на стрим и с радостью его смотрите. А еще какое-то количество народу приходит и вообще не знает, что такой донат был. Поэтому для еще кучи людей просто толпа очень странных людей без голосов почему-то начала петь в эфире. Это процесс рискованный. Так, вот здесь радио, а здесь мы закапываемся. Так, предвкушаем. Так, вот, отлично. Буква А — это нож. Спасибо. Это удобнее будет, чем тыкать. Во, я все, сейчас разберемся. Вот А не работает как нож. Только что я это сделал. Нет. Вот только что я попробовал буквочкой А взять нож. Он не берется буквочкой А. Да, ну тут, конечно, надо без ранений. Это ж первая, вообще первая схватка, в которую я влез, если я сейчас здесь пройду. С ранениями? Чего раскладку смени? Что оно, по-вашему, кейс-сенситив? Вот, я беру буквочкой А, нож. Нет, не берется. Вот я переключаюсь с русского на английский. Не берется. Нет, не появляется курсор ножа. Не появляется. Я иду.
Сейчас буду. Значит, идем сюда. Допустим, здесь ставим радио. Будет сделано. Допустим, здесь закапываемся сами. Так, а радио как включить-то? Повешу глазик этого товарища и, наверное, сохраню игру. Предоставьте это мне. Вот почему нож не берется? Иду. Пробуем еще раз. Выкапываемся. Берем нож. Нет. Не работает так. Тык. Берем нож. Режем. Во. Теперь сохраняем. Готово. Готово. Теперь давайте проверим просто, что можно здесь сделать еще. Сейчас я не пытаюсь выжить. Ладно. А, вот, радио можно включить. Клево. Действительно, радио можно включить. Стой, стой, мужик. Ладно. Я могу забрать радио? Будет сделано. Вот как взять обратное радио? Может, его киркой отколупать? Нет, так не работает. Как радио забрать, друзья? А, рукой. Все, excellent, спасибо, друзья. Все, радио забрали. Предоставьте это мне. Иду. Кто у нас здесь остался-то в лавке? У нас есть вот такой вот мужичок. Что видит этот мужичок, сейчас мы узнаем. Нет. И это вот видят эти мужички. Что видит этот мужичок? Он, понятно, что видит. Так, хорошо. Значит, мы достаточно безопасно можем подойти вот сюда. Так? Предоставьте это мне. И давайте посмотрим, как бродят вот эти. Докуда они вообще доходят и чего они там дальше видят. Я думаю, что его надо будет убивать сейчас, только когда вот эти пойдут назад. Так, вот они пошли назад. Этот нас не видит. Я же могу вот сюда перебраться? Ладно. Ну и как мне сюда перебраться? Сейчас буду. Я иду. Так, ну давайте посмотрим, как эти перелезут. Никак. Ну, и как здесь пройти? А, вот мне советуют, кстати, труп обыскать. Во! А это спасибо за идею. Сейчас буду. Во-первых, забираем нашу... Запросто. Как же оно неудобно-то! Вот. И обыскиваем... Вот этого. Что он сделал? А, нет, он его взял. Иду. Ладно. Будет сделано. Как обыскать? Какой кнопкой обыскивают трупы? Рукой это он его подхватил и понес. А, нельзя обыскивать трупы.
обыскивать в других частях. Все, спасибо. А то бегаю я тут с трупом и чувствую себя предельно глупо. Так, как теперь можно здесь пролезть? Вот через лес? О, разделать на шнурки можно ножом, потом из шнурков скрафтить броню. Спасибо, Беланси. Мы не будем этого делать. Так, замечают меня вот эти. И видят они очень издалека. Ладно. Какие есть идеи? Так, я сохранен в дурном месте. Сейчас, секундочку, я заберу мою эту самую... Запросто. Мою замечательную рацию. Ладно. Сейчас буду. Так, и давайте я сохранюсь. Я ведь могу, наверное, мужичков Я иду. Отвлечь рации где-нибудь вот здесь. Иду. Допустим, если я ее вот тут подложу. Будет сделано. Я иду. Теперь иду. Отсюда убегу. Предоставьте это мне. Здесь ее включу. Во! Эти мужички отвлеклись. Но что-то не очень надолго они отвлеклись. Предоставьте это мне. Ладно. Сейчас буду. Я иду. Иду. Если я снова включу. Во, они опять сюда бегут. Сейчас буду. То есть они просто на какое-то время отвлекаются. Сейчас ладно. Буду. Что если я беру пистолет? Пытаюсь застрелить вот этого товарища. Будет обнаружен донат. Так, это Wasted. Спасибо, Wasted. А что говорит? А, это донат на Федю. Вот это да, поддержите еще донат на Федю, пусть не филонит. Так. Нам осталось разобраться, на самом-то деле, вот с какой штукой. Как мужиков там отвлечь, я понял. А вот как нам перелезть? Через что здесь можно перелезть вообще? То есть, допустим, вот я даже... Люди говорят взять кирку и раздолбать за пули. Не могу. А, хотел бы я так уметь. Типа. Ты видишь, он говорит, не могу. А, вот, с ней можно просто перелезть. Сейчас буду. Понятно. То есть здесь я на самом деле могу залезать. Окей. Ладно. Будет сделано. Значит, я думаю, что я сейчас... Вешаю глаз вот на этих. Вот на этих. Вот на этих вешаю глаз. Ну. Иду. Ладно. Иду. Предоставьте это мне. Да что ж за проклятущая хрень-то, а? Вот на вас хочу глаз. Слава яйцам. Сейчас буду. Повесил. Отлично. Запросто. Теперь я, наверное, залягу. Куда-нибудь вот сюда заберусь. Иду. Предоставьте это мне. Теперь мне, наверное, надо встать. Будет сделано. Нет, мне, наверное, надо снова лечь. Это мне. Подождать, пока они пройдут. А потом попробовать перелезть. Так, вот я перелез. И слез. И тихонечко ушел.
Кажется, у меня получилось. Надо сохраниться. Так, сейчас там подсказывают, что пробел ложится вставать. Ня! Нет, 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 вот, вот у меня пробел. И это нифига не ложится вставать. Ничего он не делает. Та-та-та-та-та-та-там. Так, теперь у меня остался пловец, которому надо, по идее, где-то добыть лодку, правильно? Чтобы тех забрать. Вот, вот лодка. Пёхом он туда не может. Он, наверное, может туда как-то иначе. Значит, нам нужно, наверное... Сейчас. Я на него переключился? На него. Я уже иду, сэр. Акваланг. Так точно, сэр. И теперь мы плывем к лодке. Иду, сэр. У нее дежурит мужичок. Видит ли он меня плавающим? Это мы сейчас выясним. Да. Сейчас я, с позволения, сохранюсь, чтобы вам меньше перематывать. Я уже иду, сэр. И. Иду, сэр. Я уже иду, сэр. Видят ли они меня плывущим? Вот прям близко поплываю. Нет, не видят. Да, это хорошо. Значит, я могу здесь вылезти, правильно? Да, ну так у меня не выйдет. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Так, ну тогда мониторим их маршруты. Да, я вылез, смотрите, я вылез прямо вот под этого. Я уже иду, сэр. И вот они разошлись. Да, сэр. Ага, я вылез под обзор вот этого. Ладно. Сейчас главное не нажать сохранить. Их можно поодиночке убить гарпуном со спины. Иду, сэр. Я уже иду, сэр. Да, сэр. Я уже иду, сэр. Вот, допустим, я сюда доплываю. Да, сэр. Здесь вылезаю. Беру гарпун. Немедленно, сэр. Не, ну так не получится. Иду, сэр. Есть, сэр. Вот он не стреляет, заметим. Восстановить. Что? X лечь, S встать. Окей, давай проверим. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Я уже иду, сэр. Да, сэр. Я уже иду, сэр. Да, сэр. Так, давайте пока сохранимся. Иду, сэр. Допустим, я вылезаю. Немедленно, сэр. Да, сэр. X лечь, S встать. Нет, иду, сэр. Не работает. Не работает. X, S, S, X. Пофиг. Нет. Неправильно. Так, давайте посмотрим настройки. Настройка игры. Нет здесь кнопок, друзья. Шумная природа мать. Болтливые командос. Игнорировать приказ остановиться. Вот все как бы у нас настройки. Так, где он у нас? Иду, сэр. Он у нас вот здесь.
Нам нужно сейчас каким-то образом застрелить вот этого господина. Немедленно, сэр. Нет, он в него не стреляет. Иду, сэр. Я уже иду, сэр. Так, а тут он меня как увидел за камнем и в кустах. Иду, сэр. Ну, прекрасно. Маленький радиус выстрела. Согласен. Вот берем гарпун. Он и настолько из него не стреляет, хотите сказать? Да, сэр. Ладно, ждем еще раз. Иду, сэр. Дождем, пока он мимо просто будет проходить. Я уже иду, сэр. Повесим на него глаз. Вот как на него глаз повесить, прости, господи. Так, допустим. Теперь ждем. Сохранимся. Так, вот сейчас мы не видны для него, и это хорошо. Теперь вот сейчас он пойдет мимо. Yes, sir. Ну. Ну? Иду, сэр. Да, сэр. Вот здесь ждем. Ну, 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 стрелять будем? Нет? Ну, ты видишь, что он не стреляет? А. О, так. Так, ну, F1. Боже мой. Так, нажимаю Shift. А, Shift это подсветить. Да, в это верю. Иду, сэр. Почему он уплыл? Сэр. Yes, sir. Так. Где у нас гарпун хотя бы? Так, гарпун. Джей. Хорошо. Немедленно, сэр. Вот заметим, он почему-то сразу уплывает. Сэр. Я уже иду, сэр. Ладно, пробуем, выныриваем, и сразу Джей. Yes, sir. Не-а, не стреляет. Я сохранился, по-моему, когда ему отдал команду куда-то плыть. Сейчас, секунду. Сохранить игру. Вот сюда. Он никуда не плывет. Супер. Ждем. О, получилось. То есть, судя по всему, здесь все-таки тайминги еще играют роль. Тут она не очень пошаговая. Здесь просто надо какие-то вещи успевать. Так, теперь нам нужно вот к этому. А, ладно. Закопаться он не может, поэтому ему, наверное, надо... Я уже иду, сэр. Ему, наверное, надо уплыть. Немедленно, сэр. Иду, сэр.
Ну, но он же меня не видит. А, он нашел труп. Вот оно в чем дело. Он нашел труп. И теперь здесь по поводу него нервничает. Я уже иду, сэр. Да, сэр. Подожди, я же цеплял на тебя глаз, мужик. Иду, сэр. Ну вот он нашел труп. Да, трупом сэр. Не был очарован. И ушел дальше по своим делам. Я уже иду, сэр. То есть, если мы сейчас нацепим на этого глаз, иду, сэр. И вот здесь вынырнем, то этого мы тоже можем застрелить. Супер. И уйти я опять. Не могу, сэр. Почему ты не можешь? Yes, sir. Можешь ты все. Замечательно. Так, еще раз, сохранимся. И это уже становится интересно. Так, нет, хоткей мне подсказать не надо, я уже нашел. Мне надо теперь убить просто вот этого товарища. Как только он пойдет назад. А закапываться я... А, стоп, а зачем мне его убивать-то, собственно? Мне от него больше ничего не нужно. Я теперь просто... Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Я уже иду, сэр. В него попали, что ли, с такое расстояние? Сэр. Ладно. Да, сэр. Чего он куда-то плывет постоянно, когда я загружаюсь? Иду, сейчас. Да, я сделаю загрузить игру. А, он дабл-клик воспринимает как второй клик. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Все, плыву изо всех сил. Да, сэр. Я уже иду, сэр. Да, сэр. Иду, сэр. Да, сэр. Лодкой, конечно, он управляет не мастерски, но то он и ныряльщик. Я уже иду, сэр. Теперь этого сюда. Ты в лодку можешь залезть? Есть, сэр. Он их двигает замечательно. Так, этот влез. И этот влез. Во, теперь ныряльщик. Сейчас сохранимся. Везет их всех выполнять миссию. Наконец-то. Pathfinding на грани фантастики. Ручной. Да, да, да. Видим, что они не огибают препятствия. Так, чего делаем дальше? Здесь вот мы видим патруль из троих. Давайте поизучаем, как он ходит. Есть ли кто-то, кроме патруля из троих? Есть еще пулеметное гнездо вот здесь. Его, наверное, надо будет как-то снимать. Так, есть вот здесь часовой. И есть вот там на бережку. Ладно. Я думаю, мы начнем, знаете, с чего? Мы выселим отсюда... Это у нас кто? Вот тебя. Ладно. Предоставьте это мне. Я ведь верно понимаю, что если я всех высажу сейчас... Так точно, сэр. То их никто не заметит, да? Да, сэр. Ну, уже лодка нам уже не нужна. Правильно? Правильно, все трое здесь. Сохранимся. Теперь возьмем мужика с ножом. И как только патруль
пройдете. Попробуем зарезать вот этого товарища. Сейчас буду. Вот, вот патруль проходит. Нас не видит. Мы можем тихонечко зайти сюда. Взять нож. И зарезать парня. Ага, не запросто, ни черта не запросто. Одну минуту. Вот сюда вот за домик их задвинем всех, наверное. Ага. И вот этого тоже. Всех сюда. Теперь вешаем все-таки на этих... Нет. Вот на этих вешаем. И сохраняемся еще раз. Теперь берем вот этого. Сейчас буду. Будет сделано. Берем нож. Кстати, шум он не издает, когда бежит. Ладно. Залезаем. И убегаем. А еще... Нет, не успели убежать. Но я очень сильно там протупил, так что сейчас у меня все это получится быстрее. Иду, сэр. Да, вот, уже сэр. Можно сейчас идти. Иду, сэр. Уже можно брать нож. Уже можно резать. Я уже иду, сэр. Можно после этого иду, ложиться. Сэр. И уползать, 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 иду, уползать, уползать, да, уползать. Сэр. Никто нас не иду, заприметил. Иду, правильно? Иду, сэр. Правильно. Вот они пришли, труп нашли, встревожились по этому поводу. Угу. А, они поднимают алярму и... И начинают рыскать здесь, я понял. Иду, сэр. Я уже иду, сэр. Немедленно, сэр. Yes, sir. Сейчас, а что если мы попробуем... Иду, сэр. Да, сэр. Сейчас. Сэр, помогите. А я не могу случайно пулеметом-то этим воспользоваться, чисто как идея. Иду, сэр. Кстати, это богатая сэр. Мысль, что они по следам могли прийти. Немедленно, сэр. Так, я не могу yes, взять пулемет. Иду, нет, не могу. Дальше. Да ладно. Иду, сэр. Да, так, шофер у нас вот этот, да? Само собой. Я мигом. Можешь стрелять из пулемета? Сэр, помогите. Нет. Иду, сэр. Да, так, сэр. Вот сейчас мы идем, допустим. Прирезаем. Иду, сэр. Берем шофера. Само собой. И используем... Есть, сэр. Как использовать пулемет? Прости, господи-то, а? Я это и делаю. Не использует. Иду, сэр. Сложного ничего не вижу, просто он этого не делает. Да, сэр. Вот этого он бежит зарезать, так? А шофер ага. бежит само сюда. Собой. Использовать. Иду, сэр. Использовать. Ага. Вот видишь, не происходит этого. Так, друзья, подскажите, как... Вот не садится за пулемет шофер. Друзья, не садится. Вот иду, только сэр. Что проверяли. Немедленно, сэр. Я беру, да, допустим, сэр. Нашего ныряльщика. Ладно, пережду. Иду. Возьму там, где они ближе. Блинский, блин!
То есть он все-таки дабл-клик не понимает. Ладно, фиг с ним. Вот, допустим, я залезаю. Этого товарища. Теперь укладываюсь и уползаю. Иду, сэр. Да, сэр. Я уже иду, сэр. И вот этими тоже куда-нибудь уползаю. Иду, сэр. Сейчас буду. Так, ну они куда-то мимо вообще утопали. Ладно, а давайте тогда попробуем вот каким образом. Возьмем вот этого мужика, который умеет закапываться. Берем мужика, который умеет закапываться. Значит, ловко им зарезаем пулеметчика. И закапываемся. Да почему он не закапывается? А, или он только в снег может закапываться? Так, ладно, надо подумать. Так, есть мысли? Смотрите. Давайте возьмем ныряльщика. И пока разберемся вот с тем одиноким товарищем. Ведь мы можем возле него всплыть, вот возле этого. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. И его подстрелить. Можем? Да, сэр. Даже лучше вот этого подстрелить. Я уже иду, сэр. Так. Унести труп, друзья, я не успеваю оттуда. Я бы с радостью. Я уже иду, сэр. Вот здесь вот можно. Какая там буквочка была на этот самый? Джей? Сейчас я гляну, секунду. Гарпун. Да, Джей. Значит, я вынырну и его убью. Готово. И я снова ухожу под воду. Так точно, сэр. Да. Я уже начал ориентироваться, кажется, здесь. Этот нам уже не помешает. Я уже иду, сэр. И я думаю, что этот сейчас нам тоже перестанет мешать. Гарпун. Чпок. Готов. Теперь берем, наверное, его даже рукой. Иду, нет, он не берется. Да, сэр. Трупы, видимо, умеют носить иду, просто сэр. Не все. Да? Нет? Я уже иду, сэр. Так, и теперь получается, что... Все умрут, хочешь сказать? Ну, давай попробуем, что ли. Прям все трое, думаешь, умрут? Так, спрячь моряка, он не нужен больше. Ну, дайте я сохраню сейчас. Иду, сэр. Да, сэр. Я уже иду, сэр. Так точно, сэр. Иду, сэр. Немедленно, сэр. Так, дайте-ка я на них шифтом все-таки повешу глазик, чтобы понимать, чего они видят. Пистолет у нас G, да? Отлично.
уже иду, сэр. Есть, сэр. Так, не получается. Иду, сэр. Так точно, сэр. Плохая шутка, сэр. Да, сэр. Немедленно, сэр. Ну? Я то есть он иду, стреляет только по прямой и не иду, подходит сэр. Ближе. Я уже иду. Да тут не надо гарпуном, я пистолетом. Иду, сэр. Так, да, вот, допустим, сэр. Я сейчас пойду за ними. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Я уже вот иду, я. Сэр. Да, а как ты сейчас мне будешь стрелять? Да, сэр. Так. Иду, сэр. Пулемет иду, нельзя сэр. Взять. Только что проверил. Немедленно, сэр. Так, во! Я знаю. Тут же снег есть. Тут же есть снег, правильно? Значит, вот здесь может закопаться ага. Вот и этот вот товарищ. Может? Сейчас вот патруль пройдет. Ладно. От меня отвернется. Иду. Ладно. Иду. Я же могу сейчас его сюда перегнать. Так, тут много комментов тем временем. Ты же свисти, что там с комментами-то происходит. Так, веди всех в дом. А тут можно в дом зайти? Я иду. Круто. Это хорошо. Потом морпехом убить пулеметчика тоже можно. А я сейчас все-таки иначе попробую, друзья. Я попробую вот как. Я попробую дождаться, пока патруль вот здесь пройдет. Вот как только он проходит. Иду. Я иду вот сюда, прям бегом-бегом. Ну, как закопаться? Будет сделано. Вот они прошли. Мной. Они вот этого заметили. Так, значит, я могу ныряльщика пока увести в дом. Спасибо за совет, что их можно вообще в дом прятать-то. Вот этого я вывожу вот сюда, допустим, и... А, он может трупы носить. Я же могу этот труп... А, нет. Труп. Предоставьте это мне. Сюда. Сейчас буду. А в дом я не могу спрятать труп, да? Только кинуть. Будет сделано. Я иду. Он все еще его носит, да? Нет? Носит, не носит? Сейчас буду. Нет, не носит. Предоставьте это мне. Хорошо. Следы заметили. Я закопаюсь, допустим, вот здесь. Теперь посмотрим, что они заметят. Так, труп припрятан. Никого из наших нет. Поднеси палочку на снег в центр и закопайте его, а потом малах. Есть, сэр. Так, вот они заинтересовались, что-то здесь они... Встревожило их что-то. Вот они здесь тоже встревожились. Слушайте, ну пока они тут встревожились. Само собой. Я же могу вот этим товарищам. Я мигом.
Вот не берет он пулемет. Я же могу теперь вот сюда в дом уйти. Так, ушел в дом. Остался один патруль. Правильно? Правильно. Этот в доме. Этот. Кто где вообще? Вот, вот этот вот закопан у меня. И теперь мне осталось просто взорвать. Че? Так, так не получается, ладно. Сейчас. Запросто. Сейчас буду. Будет сделано. Вот не взрывается бочка, кстати. Ну, вот бочка не взрывается при выстреле в нее. Ты заметил? Сейчас. Да, я еще раз это проверю. Запросто. Да. Но замечу, что он погиб от этого. Попробуем. Так, все, я могу теперь за ними идти? Сейчас буду. Бочку могу взять? Ладно. Не могу. Теперь могу. Так, сейчас я посмотрю, секунду. Шофер же у нас, да? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Захват орудий. Левой кнопкой мыши, чтобы захватить огневую точку. Вот. Ну, это запасной вариант. Так, а где у меня рука? Просто. Как взять руку? Руку как выбрать? Так, H, hand. Запросто. Сейчас буду. Будет сделано. Вот точность наведения курсора здесь, честно, очень так себе. Прям ты уже понимаешь, куда ты хочешь кликнуть. Раньше эта игра на Сеге была, помнишь? Ну, у меня никогда не было Сеги, поэтому я не знаю, как это было тяжело. Сейчас буду. Так, вот здесь плюх и... Запросто. Так, давай посмотрим, как они ходят. И сохранимся под новым... Где-нибудь здесь. Ой, простите. Так, вот они нашли следы, потревожились, бочку попинали и, никого не найдя, удалились во свояси. Так, теперь я могу hand
бочку подвинуть. Я иду. Иду. Зараза, ну! Очень неудобно, конечно, по управлению прямо сейчас. Прямо очень неудобно. Так, вот он рядом с бочкой. Прибежали мужички, потревожились. Бочку зачем-то подвинули. И пошли дальше. Вроде больше мной не интересуются. Ага, нет, все-таки мной интересуются, ладно. Ща. Да, это хардкор, не то что нынешний казуальный трэш. Все совершенно верно. Предоставьте это мне. Ладно. Вот сюда вот ставлю бочку. Иду сюда. И закапываюсь. Так? Так же могу? Могу. Пробуем. Вот, они опять должны заинтересоваться следами, наверное. Нет. Ща. Одна пуля. Одна пуля сейчас все. Ну да, так вот ее надо как раз туда как-то отправить. Вот они идут. Так? На меня не оглядываются. А нет, вот они увидели непривычную бочку. Пошли еще поисследовали. И что, и ушли? Низко с вашей стороны. Ладно, давай повесим на вас. Это дело и посмотрим, как вы патрулируете. Так, вот, по-моему, они сейчас вернулись к своему обычному режиму патрулирования, правильно? Да ладно, выстрел был мимо. Я совершенно точно вот на бочку наводился. Будет сделано. Во. Так, и теперь нам получается, нужно что? Нам нужно уже брать вот эти вот бочки, да? Хоп. Взорвать же нам вот эту конструкцию надо, да? Берем бочку, ставим сюда. Берем бочку, ставим сюда. Вот, я понимаю, что одной бочки хватит, но хочется-то три. И возьмем еще вот эту бочку. Да, так, а я боюсь, что вблизи как бы там мне галушку-то снесет. Вот эту вот бочку берем. И волочем. Ай, нет, 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 нет. Сейчас буду. И волочем. Какой ж бегай с бочкой? Он не может бегать с бочкой. Чего бегай? Сейчас буду. Он с бочкой только ходит. Ладно. Вот. Будет сделано. Сейчас буду. Сейчас, наверное, бочки надо как-то сдвинуть. Я иду. Во-во-во-во. Как хорошо ты... Нет. Запросто. Предоставьте это мне. Вот, допустим. Теперь мы берем... Ну как взять пулемет? Нет, тут не меняется курсор. А, то есть нужен вот этот мужик. То есть его надо просто выгнать из домика.
А, тут еще четвертая бочка. Сейчас. Вот ты же возьмешь эту бочку, да? Сможешь сюда поставить? Есть, сэр. А ты пока иди вот сюда. Точно! Во, поменялся курсор. Теперь все правильно. Супер! Значит, этот кладет бочку и в домик. Что там у нас хорошего? Кто умер? Отлично. Так, и сейчас сохраняемся пафосно. Кто на пулемете? Ты в домике, ты в домике. А ты? А, просто курсор. Ну-ка, 3, 2, 1. Девять солдат убил, технику никакую не подорвал. Фух. Ну что, друзья, я попробовал. Едем дальше. Март 1941. Первая значительная высадка в Норвегии получила одобрение. Цель операции – реализовать индустриальный комплекс и торговые корабли на Лопатанских островах. А ты можешь ненадолго выключить мне вебку? Я сейчас вернусь через минутку буквально. Я вернусь. Спасибо. Итак, офицер, ваши бойцы начинают на юге. Цистерны с топливом находятся в северной части лагеря. Осторожнее рядом с этими казармами. Флаг означает, что внутри находятся вражеские солдаты. Здания с флагами, такие как вот это, используются в качестве тюрем. Если кто-то из ваших бойцов попадет в плен, все шансы на то, что его доставят сюда. И еще, подняв на воздух эти цистерны, постарайтесь покинуть район как можно быстрее. Это очень важно. Я советую вам захватить грузовик и использовать дорогу на юго-западе. На этом все. Так, я снова с вами. И кто у нас появился? Так, это уже знакомый товарищ. Это уже тоже знакомый товарищ. Что? Аня пришла на меня смотреть укоризненно. А? Иди сюда, посмотри в камеру. А то не поверят, что это была Аня. Вот, с нами Аня. Вот. Да нет, ну кто ж так. Ну, куда там мне там нет хромакея вот. Сзади. Засунься куда хочешь. Ну, вот видишь, смотри, вон. Огромный с. Вот экранчик видишь там? Вот. Да вижу. Вот. Вот. Все, да, с нами есть Аня. Вот она. Вот, да, друзья, вы еще учтите один момент. Я сейчас играю на экранчике. Вот у меня вот такой монитор. И там в середине вот такой вот экранчик. Он сколько пикселей есть, столько есть. Поэтому если вам кажется, что я не очень точно кликаю мышкой, то это прям чистая правда. Я реально не очень точно тыкаю мышкой. Простите, что? Простите, кое-что очень важно. Что? Давайте посмотрим. Можно? Ой. Я что-то нажал, и все сломалось, да? А. Нет, так мне, конечно, стало резко удобнее. Но у нас отлетел геймплей, да? И с тех пор не возвращался. Давай поставим нормальный геймплей. Давайте. Большой. Вот так поставим. А теперь попробуем подцепить. Я что-то нажал, и все пропало. Ну? Ты не можешь его там включить, выключить? Ну, в общем, я описываю. Здесь течет мимо река. Красиво, кстати, течет. И ходит очень много солдат. Каковых мне, по видимости, надо будет подстрелить.
Так, монитор меня тоже, друзья, монитор меня тоже оторвали. Я уже не вижу, что я делаю. Круши, ломай. Ну? No signal. Check if cables properly and securely connected. Боль, страдание, унижение. Так, а теперь ты можешь это ужать до реальных размеров? Сейчас, сейчас, друзья, еще немного, с нами будет геймплей. Так, уже больше геймплея на экране. Еще больше геймплея на экране. Так, этого уже нету. Это тоже появилось. Боже, как смотрите, смотрите, еще немного. У нас на экране реально появится гейм, так сказать, плей. Там доверху. Красота. Ну пусть там уже останется. Вы же нам простите вот эту черную полосу по вертикали, да? Так, все. С нами есть геймплей. Yes. Теперь можно начать пробовать. Сейчас мы будем, я думаю, что умирать. Кстати, я правильно понимаю, что мои солдаты, вот напишите в чат, чего думаете, они, хоть их тут пятеро, они толпой ведь не стреляют. Да? То есть им надо вот прям тыкнуть и сказать, вот ты, пожалуйста, стреляй вот туда. Да? Если они пятеро нарвутся на одного охранника, он их перестреляет просто одного за другим, верно? Что скажете? Стреляют толпой мои солдаты, да? Ладно, сейчас будем пробовать. Кто у нас вот этот? Это у нас... Это же у нас снайпер, да? Но стрелять он не хочет. Ладно. Допустим, вот если я им захожу куда-нибудь вот сюда, а лежать он... А, он лежать не умеет. Да, получается так, что ли? Так, ну, в принципе, снайпер, конечно, их всех троих кладет. Так, дайте я умру. Нам миссию, как вот эту сначала перезапустить? Как нам перезапустить сначала эту миссию? Начать сначала вот эту вот миссию, да? Так, вот теперь давайте я сохранюсь. И беру снайпера. Иду куда-нибудь вот сюда. Иду. Так, теперь я беру его снайперский замечательный прицел. Одного наложил. Кто? Кто? А, вот, вот ты, зараза. Все, понял тебя. Что? Говорят, что снайпер патрон нельзя так тратить, потому что падает за сними часовых патронов. Угу. А сколько у него патронов, кстати, у снайпера? Да. Да, у него 5 патронов, и они не перезаряжаются. То есть это я, конечно, так могу задачу решить, но... Ох, тут они еще вчетвером ходят. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, чем же их убивать? И кто у нас появился новый? Вот это, например, кто? Хорошо, а, это подрывник. Ты же можешь ходи, нажать, посмотри, что... Не понял, это он что, прям сейчас... Класс! То есть он просто ее кладет. Хорошо. Красота. Так, но зато мы знаем, как это работает теперь. Так, кто нам может пригодиться?
нам может пригодиться... Наверное. Мужик с рацией. Ладно. Иду. Да. Может? Давайте зацепим на этого парня. Иду. Так, а это почему вылез? Его вытолкнул тот, что ли? Сейчас. Где у нас парень с рацией? Самый левый. Цепляем на этого глазик. Ладно. Иду. Сейчас буду. Будет сделано. Так, закопаться он, конечно, не успевает. Ладно. Берем. Так, а давайте вот сюда сходим им. Может быть, как вариант. Сейчас посмотрим их маршруты для начала. Вот он доходит до сюда и радуется. Иду. То есть теоретически мы можем зайти вот сюда и здесь закопаться. Нет, не успел. Вот сюда можно дойти. Ладно. Будет сделано. И прямо тут закопаться. Запросто. Можем? Можем. Что нам это дает? Предоставьте это мне. Иду. Так, ну, по крайней мере, алгоритм есть. Какая такая челка лежит? Сейчас я посмотрю секунду горячие кнопки ножа. Нож у нас X, да, точно. Значит, берем вот этого товарища. Бежим сюда. Иду. Вот сюда. Здесь закапываемся. X нож. Так, вот он чем-то тут заинтересовался, увидел следы. Пошел по следам. Встал, тупит. Умер. Хорошо. Теперь можем его взять ручкой, наверное. Предоставьте это мне. Вот здесь где-нибудь кинуть. Теперь можем еще раз закопаться? А, нет, тот не увидел трупа. Ладно, но, по крайней мере, минус один за нами. Можем ли мы... Ставьте это мне. Запросто. Сейчас буду. Вынести его куда-нибудь вот сюда. Здесь бросить. Ставьте это мне. А, да ладно! А вот этого я не ждал. Так, еще раз берем товарища. Сейчас буду. Нет. Предоставьте это мне. Так, так же меня никто еще не сейчас видит, да? Буду. Развернулся. Я иду. Пошел. Иду. Я иду. Бросил. И запросто. Закопался. Надо помнить про патрульный катер. Так, привлечет ли кого-нибудь труп? Привлек труп. Очень его труп заинтересовал. Предоставьте это мне. Будет сделано. Так, итого два трупа. Да, я не уверен, что я пройду миссию за это время, конечно же, но я приложу все усилия.
Предоставьте это мне. Возьмем труп. Ладно. Сейчас буду. Отнесем вот сюда. И сбросим, и закопаемся. Тактика. Тактика. Вот этот же должен сейчас солдат заинтересоваться трупом. Запросто. Да ладно! А, я его попробовал рукой схватить. А, я не сохранился. Да? Я не сохранился. Отлично. Так, тогда. Типа сказывай, что у тебя же есть манок. Типа радио можешь поставить. Чтобы что? Предоставьте это мне. Сейчас я дождусь, пока проплывет корабль. Что у него радиус, конечно, огромный. Сейчас берем, несем, бросаем. Я иду. Да ладно, бросаем, говорю. А, что ж ты будешь делать-то? Это игра не про борьбу с солдатами, а про борьбу с интерфейсом. Не, ну тут есть борьба с интерфейсом, конечно, немного. Может быть, просто с непривычки. Вот сюда, вот, допустим, бросаем. Закапываемся. Успел? Успел. Во, сейчас он скажет алярм-алярм, да? Прибежит. И давай думать над мертвым немцем. И его можно будет залезть. Теперь взять еще один труп. Отнести сюда. И закопаться. Сейчас. А что это вот? А, это меня увидели оттуда, да? Сейчас вот он повернется. Предоставьте это мне. Так, и давайте действительно по науке, раз уж нам советуют, унесем трупы во дворик. Я иду. Так. Раз. Иду. Угу. Точно. Предоставьте это мне. Чатик разрывается, говорит, что надо использовать манок. Сейчас буду. Ну, труп уж прикольнее использовать как манок. Сейчас. И его тоже сюда сложим. Хорошо. Сейчас. Давайте манок попробуем, что. Ладно. Запросто. Будет сделано. Ну, будет на него просто смотреть. Ну, это плохо получилось. Я сохранялся, нет? Когда трупы унес? Нет. Так. Так, давайте тогда по науке попробуем. Действительно, я сейчас положу манок. Предоставьте это мне. А потом вот здесь и закопаюсь. Успею закопаться? Так, не успею. Предоставьте это мне. Запросто. Так, тогда ждем все-таки. Ждем. Предоставьте это мне. Вот катер сейчас проплывет.
И вот я здесь кладу манок. Я иду. Иду. Запросто. И вот здесь закапываюсь. Не могу. Не могу, ладно. Так, а закопавшись, я манок, конечно, включить не могу. Допустим, я его так включаю. Так, ну он меня все-таки увидел. Ладно. Все. Манок. Включаю, закапываюсь. Допустим, так. Вот он пришел. Ну, криво так получается. Сейчас. Давайте попробуем совсем чисто. Сейчас буду. Вот сейчас они все пройдут, и я унесу труп. А потом я приду с манком. Вот. Корабль прошел. Сейчас мы дождемся, пока вот этот товарищ тоже пройдет. И я иду. И побежали. Иду. Я иду. Ладно. Вот здесь вот я труп кидаю. Сейчас буду. Предоставьте это мне. Я иду. Теперь вот здесь кладем манок. Включаем и закапываемся. Да ладно! Заметим, кстати, они не стреляют вообще. Да, мои солдаты не стреляют сами вообще никак. Да, я плохо положил труп. Так, поставить манок, отойти, включить, закопаться. Ну да, примерно такой план. Ну просто труп я очень тупо кинул во дворе, его заметил вот этот вот солдат. Сейчас мы избежим этой ошибки. Так, вот он развернулся. Я несу труп. Теперь я его положу нормально. Теперь я иду. Я поставлю вот здесь, ладно, допустим, где-нибудь манок. Сейчас буду. Но он не включен и никого не интересует, правильно? Значит, я иду вот сюда. Будет и вот сделан. Здесь закапываюсь. Успел? Успел. Ну мне его включить надо будет сейчас. Вот этот вот пройдет, тот, который справа. Я выкапываюсь, включаю, закапываюсь. Теперь смотрим, кого он заинтересует. Дальнего не интересует, а вот ближний заинтересовался и пришел на него смотреть. Будет сделано. Запросто. Сейчас буду. Вот так же я могу сделать. Ладно. Будет сделано. И манок я выключаю. И я сохраняюсь. Дожидаемся корабля. Корабль пройдет. Клево. И теперь я этот манок, у меня план такой. Я его беру, подношу поближе к тому. Я иду. Иду. Ладно.
Ну. Иду. Запросто. Так, забрал. Сейчас буду. Предоставьте это мне. Я иду. Иду. Так, что он вообще видит вот так? Так он вот здесь не видит ничего, начиная с того, как он проносит. Так, вот так он видит. Сейчас. Так он снова не видит. Кого ты там? Боже ты мой. Заблудился. Так, все, у меня все хорошо. Теперь я просто иду. Запросто. Забирать. Ладно. Мою вещь. И убегаю. Так, порядок. Запросто. Где бы его выловить-то? Я думаю, что его надо вылавливать вот здесь. Ладно. Вот здесь класть вот это. Здесь закапываться. Успели? Успели. Но так Манок его не заинтересует, кажется. Или заинтересует даже сам по себе. Так, все. Иду. Троих сняли чисто. Унесли их в подсобочку. И осталось, естественно, сохраниться. И осталось забрать мой девайс. Я иду. Все? Получилось. Теперь нам надо будет как-то перебираться на тот берег, верно? Карту смотрим. Лодки. Лодки видим? Друзья, кто-нибудь видит лодку? Ау? Нет, допустим, вот допустим, я снимаю снайпером часовых, перебираться я туда как буду? Ну вот есть лодка. Где брод? Ну нет, ну видишь, тут корабль прошел, какой здесь брод? А, лодка, говорят, у самого водолаза есть, сейчас. А, все, я понял вас, спасибо. Да. Так, допустим, так, мы же сохранились, да? Да. Давайте еще раз на всякий случай. Все, да, спасибо, есть лодка, ну я же не знаю, что у нее есть. Иду. Так, и допустим, хорошо. Вот он сюда выходит, залегает. И целится. До сюда он достреливает? Так, до сюда уже не достреливает. Достреливает. Всюду, куда надо, он достреливает у нас. И до сюда он достреливает, да ведь? Нет, есть проблемы. А, то есть, вот. Устанавливаем. Нет, не эту устанавливаем. Вот эту. Так, это у нас снайпер. Он идет куда надо, залегает где надо. Но вот уложить того чувака надо будет правильнее. Кто его увидел? Давайте посмотрим. Вот, вот этот его увидел? Нет, точно. Вот эта будка, да? Так, вот он, чего он видит? Вот то, что за этим камнем, он, например, не видит. Правильно? То есть вот где-то здесь, гипотетически, у нас снайпер.
может пристрелить этого, да? Хорошо. Точно. Значит, снайпер сейчас довольно хорошо спрятан, правильно? Я им могу вот сюда подползти и попробовать снять вот этого солдатика. Где-нибудь максимально вдали. Вот тут. Вот так же его никто не заметит. Правильно? Так его никто не заметит. Вот этого... Так... Так. Вот боюсь, что сейчас корабль... Точняк. Какая-то кнопка Q, это быстрая загрузка. Да, только она... Видишь? Ну, вот и она не работает, если что, если тебе зачем-нибудь важно, то она не работает. Так. Ага, вот эти же еще его заметят, если он тут будет лежать. Правильно? А, его заметит корабль проплывающий. Вот, допустим, я его тут уложил. И быстро-быстро убежал, пока не приплыл смотреть на меня корабль. Правильно? Хорошо. И вот этот вот труп, его хоть кто-то видит? Вот эти вот его заметят отсюда? Не знаю. Посмотрим. Где корабль? Говорят, убивай за скалой, чтобы не было видно. Но это чистая правда. Просто, по-моему, я именно это и сделал. Нам просто убедиться, что а, корабль проплыл, б, что вот эти вот солдаты сейчас его не увидят. Видят они его? Не видят. Никто из них его не видит. И вот и кораблик тоже прошел. Все, супер, мы его убили, хорошо. Теперь корабль прошел. Я могу пойти морщить вот того вот товарища. Могу? Нет. Его кто-то откуда-то видит. Точно. А надо его уложить где-то, где его видеть не будут, правильно? Где его не будут видеть? И кто его увидел тут? Так, теперь его здесь кто-то увидел. Да ладно. Так, чего нам пишут? Видят, когда падает труп, уже не увидят на стене. Угу. Ну окей. Труп на стене не увидят. Ладно. И где такое место, где не увидят, когда он падает? Я же его снимал недавно. Было без проблем. Вот здесь. Его же увидят? Увидят. Так вот не заметили, верно? И никто не заметил. Почему это? Нет. У меня их было 5, правильно? Я не могу кликнуть и выстрелить просто в стену, понимаешь? Так. Все ли это, кого я мог
снять. Я думаю, что это все, кого я мог снять удаленно, правильно? И теперь нам нужна все-таки лодка. Так. Есть, сэр. Я уже иду, сэр. А где лодка, там и водолаз. Так точно, сэр. Так, понятно, корабль. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, пока убегай от корабля. Так, а что у нас следующее-то в эфире? Ох, мне надо будет сейчас уступать место ребятам. Но я их еще, кстати, не вижу, так что я, наверное, пока могу посидеть и поиграть. Есть, сэр. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Да, сэр. Так точно, сэр. Я уже иду, сэр. А, сэр, помогите. Так, лодку видят. Есть, сэр. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Так точно, сэр. Да. Так, вот если этого убрать, и снайпера тоже убрать. Быстро, быстро, быстро их загнать сюда в угол. Иду. Как реагирует корабль на лодку? Да, снайпера я тоже забрал. Сейчас проверим. Вот корабль, вот лодка. Смущает ли его что-нибудь в этой лодке? А, гаденыш! Он ее просто топит. Пакость. И не поднимает тревоги. Просто вы оцените, да? Вижу резиновую лодку, убиваю резиновую лодку. Так, хорошо. Значит, надо просто дождаться, когда корабль пройдет. Вот здесь вот у меня был снайпер. Надо перестать снайперить. Убраться вообще подальше. Не, ну я, это один из моих сейвов. Что, у меня есть запасной сейв, конечно. Клево. Не, ну тут, конечно, механик очень много разных. Я жалею, что я не играл в свое время. Как-то вот XCOM проходил. Донатьте на XCOM первый. Который 92-го, что ли, года? Какого года? Уфо. Так, водолаз был вот этот вот небритый. Да. 94-й. Вот, это прям вообще с удовольствием. Так, теперь берем лодку, загружаем ее здесь, сваливаем и, наверное, переправляем туда снайпера. Верно? Нет? Так точно, сэр. А, нет, подождите, тут же надо, чтобы кто-нибудь лодку обратно вернул. Волк, коза и капуста у нас получается. Немедленно, сэр. Так, теперь вот эти вот товарищи должны куда-нибудь сюда доплыть. Я уже иду, сэр. Ага, фиг мы доплывем, понятно. Сейчас нас тут будут убивать со всех сторон. Жесть. Нет, тревогу, конечно, поднимать не надо. Так, а кого же нам переправлять-то сюда? Тут пулеметчик, тут... Да, я чую, за этот заход мы это дело не пройдем. Иду. Лодкой управляет только водолаз. Логично. Морпеха и еще двоих в лодку и на тот берег. Окей, а дальше-то их куда деть? Вот, допустим, они на том берегу.
мимо плавает корабль. Один из них, окей, допустим, закопается. А еще? Вот снайпера, морпеха и взрывника, допустим, переправили вот на тот берег. Здесь их обнаружит вот эта группа. Снизу ходит катер. Наверх карты. Не слишком заманчивое место. Здесь пулемет, здесь вот эти. Пулеметчик рядом с снайпером становится очевидно. Пулеметчик рядом с снайпером становится очевидно, что походи. Типа ты выбрал, с какого выхода ты хочешь ходить? Вот я сейчас думаю. Ну смотри, пулеметчики мне какие мешают? Вот есть пулеметчик вот, есть пулеметчик вот. Для того, чтобы их снимать снайпером, в любом случае надо уже оказаться либо тут, верно? По нему стрелять. Я же отсюда его не дострелю. Да? Либо оказаться где-нибудь здесь и его вот тут снимать. Правильно? Пойти, надо зачистить пулеметное место, для чего выходить, да. А он вообще сможет стрелять назад? Типа, пулеметчик. Этот? Да. Не знаю. Если ты войдешь справа снизу через главный вход, сможет ли он тебя вести? Может, он даже не видит, не выйдет. Ну а как я войду? Вот здесь товарищ стоит, его надо снайперить явно. А подойдешь ты к нему на такое расстояние, с какой стороны? А я тебе покажу, сейчас куда он смотрит. А, то есть сбоку к нему можно. Но ты не подойдешь, потому что здесь вот эти. А, то есть прям на скорость в противофазе с ними? Они полный круг делают. Так, вот, допустим, прошел корабль. Хорошо. О, есть. Говорят, есть еще. Что? Опять тоже залезть на стену, опустить лестницу, а потом перерезать во дворе всех, кого можно. Типа еще вариант. Ага. Лестница, вот, ага. А вот это красиво, это прикольная идея. Так. Я уже иду, сэр. Лодку сгружаем. Верно? Верно. Так точно, сэр. И морпех у нас. Да. Вот этот. Иду. Который умеет карабкаться. Ладно. И этот сюда. Есть, и этот сюда. Будет сделано. Теперь. Да, сэр. Плывем сюда. Я уже иду, сэр. Зараза. Иду, сэр. Я уже иду, сэр. Пасфайндинг. Да, сэр. Так себе. Прям. Скажем прямо. Так, и морпех. Вылезай. Сейчас так, буду. Ты закапывайся. Есть, сэр. Ты плыви назад. Да, сэр. Иду, сэр. Да, сэр. Иду, сэр. Вылазь. Немедленно, сэр. Ну... Иду, сэр. Лодку как есть, свернуть? Так, точно, свернуть сэр. Можем лодку? Да, сэр. Я уже иду, сэр. Спокойно. Немедленно, сэр. Так, ну это хотя бы в меня иду, не попал. Сэр. И, кстати, не поднял тревогу, что интересно. Ну, допустим, сохраним. На соплях ушли. Другой чайка не сохранишь. Поздно. Так, теперь мы здесь можем выкопаться, да? Можем мы выкопаться или нет? Запросто. Теперь мы можем здесь, где? Наверное, перелезть. Где? Можем? Я иду. Можем. Предоставьте это мне. И можем опустить здесь лестницу. Иду. Сейчас буду. Слезть обратно. И снова закопаться. У нас теперь есть лестница. По лестнице у нас теоретически может подняться, например, снайпер. Да? И заснайперить вот этих вот двоих. Верно? Есть, сэр. Думаю, надо дождаться корабля.
уже иду, сэр. Да, сэр. Да, вот лодку мы, конечно, пере... Нет. Я уже иду, сэр. И как пересобрать лодку? Да, сэр. А, можно, кстати, да, можно морпехом попробовать просто порезать народ. Так, ну, допустим. Он же может вот здесь слезть. Ладно. Сейчас буду. Запросто. Нет, это не та. Да, тут нам плюсуют за морпеха мясника. Я уже иду, сэр. Я иду. Не могу. Куда в пути? Куда? Хотел бы я так уметь. Скоро. Так. Это он может. Запросто. Это он может. Иду. Слезть. Ммм, зараза. Так, вот этот только-только подошел. Как чинить лодку? Кто мне скажет, как лодку чинить? Я уже иду, сэр. Рукой не хватает? Я? Да, сэр. Иду, сэр. Ну вот и как он ее чинит? Мне может кто-нибудь объяснить? Так, давайте посмотрим пока ныряльщик. Надувная лодка. Так, буквой Т она должна. Не знаю, не вижу. Yes, sir. Наверное, так можно. Sir. Что иду, рука? Sir. Рука-то я что? Иду, sir. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Федор. Точно, sir. А, yes, sir. Вот, вот так он ее собирает, и вот так он ее раскладывает. И вот так вот он ее обратно собирает. Отлично, все, спасибо большое. И теперь он может заныкаться. Хорошо. Попробуем сохранить. И попробуем быстренько, пока там Федор готовится к кроссауту, мы быстро попробуем развлечь себя морпехом. Что не могу? Что не могу? Куда не могу? Паран. Предоставьте это мне. Ладно. Сейчас буду. Ладно. Я иду. Так, проверяем. Да, сейчас будет кроссаут с Федором. А это сейчас идет все еще игра по заявкам. Да ладно. Так, морпех-то у нас закопался, не закопался. Сейчас, неужели я опять не засейвил это место? Так, вот так он делает. Запросто. Это он роняет. Нет, нет. Сейчас буду. Баран. И вот здесь закапывайся. Моешь? Ладно. Вот здесь вот. Монок положить можешь? Вот здесь сейчас включить буду. Его и закопаться можешь? Можешь. Нет, не можешь, зараза. Сейчас, 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 сейчас. Я точно должен это победить. Да, сэр. Запросто. Я иду. Так, залезаем. Не могу. Что не могу, баран? Ты что ты не можешь? Что, вот почему ты не можешь слезть, идиотина? Пиксель, хантинг. Сейчас буду.
Пиксель, Хантинг, проклятущий. Ну все, видишь? Проклятый Пиксель Хантинг. Вот что, что здесь на самом деле ужасно. То есть так управление выглядеть не должно. Когда вот так вот нет, а вот так вот да. И это неудобно. Вот я хочу слезть теперь. Вот как мне слезть? Пакостник, вот как теперь тебе туда слезть? А, зараза. Так, берем этого, выкапываемся. Запросто. Я иду. Допустим, окей, допустим, я не буду закапываться. А за где я тогда могу здесь спрятаться-то? Мне кто-нибудь может объяснить? Вот снег тут есть. Я вот здесь кладу манок. Запросто. Я его включаю и закапываюсь. Так. Это хоть что-нибудь заметит? Ну, ерунда. Нет. А за что я здесь могу спрятаться? Вот этот домик, например, по мне из него стреляли. За машины? Ну, да, окей, допустим, я спрячусь за машины. И чего дальше? Как я их-то порежу? Предоставьте это мне. Вот я пошел, например... Сейчас буду. Сюда могу зайти? Сейчас буду уже. Эта машина, что ли, она столкнулась вот с этим вот делом, что ли? За цистерны могу. Предоставьте это мне. Вот он стоит. Клево. Вот что происходит? Дегенерат. Пасфайдинг сломан. Я не разобрался в механике игры. Да, я в ней сейчас, собственно, как раз и разбираюсь. Вот, например, есть отличная механика, где можно зацепиться за автомобиль. Так, вот так же он меня не увидит? Не увидит. Сейчас. Вот так же меня тоже никто не увидит, наверное, ладно. Да? Я иду. Иду. Ладно. Предоставьте это мне. Пожалуй, что надо сохраниться. Подожди, он же сюда подходил и здесь, по-моему, останавливался, стоял, нет? Сейчас. А, вот он там останавливается, стоит. Все, я понял. Его вот тут можно будет подрезать. Я иду. Вот, вот теперь иду. Можно за ним сюда. Я иду. Ладно. Так, и теперь я его могу взять на ручки и унести куда-нибудь подальше. Я иду. Могу? Буду. И вот здесь скинуть. Фух. Я что-то мне написали просто в чате, что когда ты бежишь, что ты декамуфлируешься в это время топотом. И я что-то и не пробовал бегать. Так. Сейчас буду. А к этому я даже, наверное, так не подойду. Или подойду. Вы тоже это видели, да? Просто открывался. Ладно. Так, а что нам нужно уничтожить? Напомните, пожалуйста. Ладно.
Кого нам надо уничтожить? Молодец. Чего уничтожаем? Сейчас буду. Я иду. Скорее всего, ты не пойдешь на миссию, потому что тебе нужно всех что-то переправить, у тебя ловко сдутая. Иду. Ну, это не проблема. У меня же там есть водолаз. Ну, а как он остальных переправит? Элементарно. На самом горбу? В смысле, он ее умеет надувать. Я нашел, как точнее подсказали там. Так, так, а что надо сделать, напомните, в этой миссии? А, все, я понял. Значит, тогда мы берем сейчас водолаза, сохраняемся. Лодка же у него есть. Где он сам? Вылазим из этого дела. Немедленно, сэр. Надуваем лодку. Уже иду, сэр. Ага. Ее можно, кстати, на берегу надуть. Отличная тема. Ее можно свернуть, закинуть сюда, развернуть. Отлично. Ну, давайте сюда. Все не одеты. Все, все бегом сюда. Вот что сейчас произойдет. Так, ну это мы времени немножко потеряли. А можно было сделать сразу. Значит, водолаз. Приступаем. Вот эти все. Сейчас. Вот ты бежишь к берегу. Ты бежишь сюда. Ты бежишь сюда. Ты бежишь сюда. Водолаз. Бросаешь эту фигню, разворачиваешь лодку. Ты сюда, ты сюда, ты сюда. Иду. Ты сюда. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. А, вот оно в чем дело. Нет, надо дождаться кораблика. И вот после этого их перевозить по двое. Сейчас, все не влезут. Вижу. Все, спасибо. Да, сэр. Так, ждем, пока проплывет корабль. Я уже иду, сэр. Иду, сэр. Лодка действительно вмещает троих. Все верно. Корабль, ты где? Все, вот сейчас он проходит. Я даже сохранюсь нервно. Есть, сэр. И теперь от имени водолаза я разворачиваю лодку. А-а-а, зараза. Я уже иду, сэр. Я и вот здесь разворачиваю, конечно. Немедленно, лодка. Сэр. Да что ж ты делаешь, дурында? Да, можешь на ней плыть? Не можешь. Так чего ты ее тут ставишь? Yes, sir. Кретинус. Да, точно, сэр. Так, еще раз. Я уже иду, сэр. Вот, корабль проходит. От нас отстает. Точно, сэр. Да ладно. Я уже иду, сэр. Да, сэр. Все, проплыло. Так точно, сэр. Вылезаем. Я уже иду, сэр. Мордочкой сюда. Немедленно, ставим, сэр, лодку. Залезаем в нее. Yes, sir. Этот не лезет, этот лезет, этот уже там, этот здесь. Все бегом сюда. Ты готовишься плыть. Так, теперь ты плывешь. Патруль ушел.
Ты вылезаешь и бегом сюда. Я быстро. Лодка плывет обратно. Иду, сэр. За оставшимся. Я мига. Само собой. Так, вы там что, разоделись уже? Нет. В смысле, так я жду, пока вы будете готовы. А, ну конечно, конечно. В смысле, конечно, давайте. Давай. Командос. Так, и теперь все трое вылезают. Ты вылезаешь. Иду, сэр. Да нет, ты вылезаешь, идиотина. Бежишь сюда. Ты. Да. Ты вылезаешь. Бегом сюда. Ты. Кто остался в лодке? Зараза! Ну, короче, общую идею вы поняли. Я сейчас все-таки уступаю место Федору. Надо. Переправить. Мы их технически, на самом деле, переправили. И это была игра по заявкам. И, может быть, эту миссию я все-таки еще доиграю, потому что она меня прям достала. Донатьте на X.com.